Всем привет! Девочки, сегодня у нас очень вкусный выпуск, и я собрала для вас самые лучшие рецепты, которые вы сможете приготовить буквально за 5 минут. Любой из этих рецептов вы сможете приготовить на завтрак, который порадует не только детей, но и взрослых. Все рецепты приготовлены из доступных продуктов, насыщены витаминами и полезными микроэлементами. В каждой порции наивкуснейшего смузи от 150 до 250 килокалорий, но при этом чувство насыщения вам хватит до следующего приема пищи, а фигура останется стройной. Выпивая вкусный густой коктейль, мы получаем порцию белка для построения клеток, углеводы для энергии, антиоксиданты и микроэлементы для восполнения дефицита. Для наших смузи нам понадобятся фрукты, орехи, ягоды, семена льна или кунжута, вода или любое растительное молоко. Все эти продукты доступны в любое время года, в замороженном или свежем виде. Обязательно попробуйте эти простые и полезные рецепты и в комментариях напишите, какой из них вам понравился больше всего.
Если это видео и рубрика о вкусном питании для вас полезны, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.